Вон сверху, видишь, камни? Кладка такая. Булыжник такой здоровый. Ага. Огромный прям. Что, он из таких камней, да, был, видимо? Или что? Ну, видишь, эти камни, а сверху какая-то отделка кирпичом, типа. Панораму делаешь? Ну да, он что-то у него пустой. Вон там видны ворота. Это, собственно говоря, где люди, уровень арены был. А это вот были все под ареной, под песком. Сверху лежало что-то типа паркета. Ну да. Основание, на котором лежала арена. Деревянная арена, сверху песком засыпанная. Вот, к примеру, покрупнее взять. Угу. Все входы, что а там вот было. В этих казематах, да, жили рабы. Стояли клетки с животными. В общем, люди ждали, чтобы выйти на арену, скажем так. Не особо-то они ждали. Ну да. А ну, вот это здесь. Вот подъем на там какое-то устройство. Да, но там поднимали животных. Не видно? Но... А типа лифчика. А, там... Нет, а мы вот с той стороны его снимали, вот да. Мы его сняли. Вот здесь вот получается вот из этих и вот, вот выход на окошек. Арену, там... Вот это окошко, и отсюда люк. Выскакивали видно его прям. Животные. Зная из истории в Колизее, из животных выпрыгивали вот так из-под пола. Львы, тигры, змеи ядовитые, крокодилы. Это, видимо, крест поставленный, наверное, в память о погибших здесь, в том числе христианах. Или, может быть, о том, чтобы люди помолились в последний раз перед все смертью. Вместе, возможно. Наверное, все вместе. А над крестом сидели, видимо, императоры, потому что там лоджа. Вон здесь, да, какая-то выемка вот эта. Надо вообще посмотреть, почитать, где была императорское место.